Теперь позвольте мне перейти к следующей теме. И давайте опять включим нашу презентацию. Вы также можете открыть свои конспекты на страницах 3 и 5. Мы уже начали говорить о взаимоотношении богословия и религии. И кто-то может подумать, что это одно и то же. Но на самом деле это не так. Евангельский систематик-богослов Оливер Басвелл, который какое-то время был президентом колледжа Уитон, сказал следующее. Религия — это совокупность убеждений, установок и практик, которые порождают у человека ощущение взаимосвязи с высшим существом. Следовательно, она основана на неком наборе убеждений. Должно быть содержание религии, но сосредоточено на внешних отношениях между верующим и тем, с кем его убеждения связаны. Чтобы быть религиозным, нужны какие-то личные взаимоотношения с тем Богом, о котором говорит мое богословие. Другими словами, это не может быть просто такая ситуация, в которой, проведя академическое исследование, я составил все утверждения, которые говорят истину о Боге, о человеке, и я занимаюсь этим своей академической жизни. А затем я отодвигаю все свои исследования в сторону и живу так, как если бы не было никакого Бога вообще. Если дела обстоят так, то вы никакой не религиозный человек. Религия, да, вы, конечно, должны во что-то верить, и это должно быть важным в вашей жизни. Вы должны поступать согласно этому. Это не просто набор каких-то умственных утверждений. С другой стороны, богословие, по сути, и есть объективное исследование вопросов веры. Это набор убеждений, которых придерживается человек. Хотя слово «убеждение», как говорит Басвелл, не означает, что у вас должно быть некое субъективное отношение к этим убеждениям. Мол, да, я действительно считаю это верным и собираюсь жить согласно этому, согласно тому, во что я верю. Вы не обязаны иметь такое отношение. И вы не обязаны иметь личные взаимоотношения с тем, кто является предметом ваших исследований. За последние два столетия было немало выдающихся систематиков-богословов, которые при этом не были религиозными людьми. Они хорошо знали правила толкования Библии. Они много знали о философии, о науке, об истории. Но когда они оканчивали свое изучение, они жили, словно были атеистами или агностиками. Итак, какова же наша цель в этом курсе и во всех наших курсах? Изучить богословие, которая максимально точно передает то, чему учит Библия, и то богословие, которого вы будете придерживаться и по которому будете жить, которое будет важно для вас, которое изменит вашу жизнь. И главная цель изучения этого курса по богословию и всех курсов не в том, чтобы вы получили диплом с какими-то оценками, но чтобы ваша жизнь изменилась, и чтобы вы смогли помочь другим изменить их жизнь в соответствии с тем, чему учит Писание, как вы его поняли, изучая богословие. Итак, вы можете заниматься богословием и при этом не быть религиозным человеком. Есть и такие люди, которые полагают, что вы можете быть религиозным человеком,
и при этом вообще не иметь никакого богословия. Я считаю это ошибкой. Но есть такие люди, которые так считают. Есть мистики. И если вы их спросите, а во что же вы верите о Боге? Они скажут, ну, словами этого не объяснить. Но я верю, и у меня есть отношения с Богом. Но даже то, что я сейчас сказал, представляет собой набор утверждений о Боге. И некоторые люди хотят верить, что можно быть религиозным, не имея при этом богословия, но на самом деле это не так. И если есть на самом деле религия, то это означает, что есть некий набор утверждений или убеждений, пусть и странный набор убеждений, пусть и не сильно систематизированный и последовательный, но тем не менее он есть. Позвольте мне спросить, есть ли какие вопросы по различию между богословием и религией? Я думаю, все должно быть понятно. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.